Это у нас новый бювет Пытева галерея Джерело 2C. Это содовая. Построили такой бювет новый вместо старого гадюшника. Вот такое вот цивилизованное здание. И мы идем набирать водичку. Работает с 6 до 10. Набирать можно и 5 литров, и полторашку нельзя, а по 750. Так, заходим. И стоит дозатор такой. Ну, по литру разрешают брать. Правда, литр сюда не влазит. Ага. Литр сюда не влазит. Вот сюда влазит. И вот так вот набираете. Только литровыми бутылками. Как сказал охранник, стоит бачок, набирается отсюда. Бачок стоит 5 литров 40 гривен. 6 литров 47. Все, никакой очереди, никаких этих вот. Все цивилизовано, тихо, спокойно. Он как в Трусковце тоже такие, в бювете дозаторы есть. Здесь то же самое. Раз, и все. Взяли бутылочку и спокойно идете себе. Вот охрана охраняет здесь. Никаких драк, ничего. Через терминал пополняете. Я еще постараюсь снять ролик, как пополняется. Через терминал, в смысле, 5 литров берешь, что ли, больше. И спокойно себе выходите. Отопление, тепленько. Все для людей. Вот такой вот сервис. Пытева галерея. Так, а я пойду покажу старый источник, да? Где он был старый? Ага, вот он. Старый замуровали. Не будем спускаться, но вот видно, все его прекрасно знают. Он уже зарос даже травой. Никто туда не ходит. Поставили, наверное, заглушку. Там, где были раньше драки, и круглосуточная продажа, и набирание, все это вот, все это закончилось. Слава Богу, благодаря местным властям, я надеюсь, которые наконец-то построили нам такую красоту, как эту галерею. Вот она так выглядит. Спасибо им за это еще раз, а мы будем радовать их своими приездами. Ну а мы идем дальше. Всем хорошего дня. Пока-пока.